За последнюю неделю октября на территории городского округа Мытища было зарегистрировано 147 аварий с материальным ущербом. Два человека получили серьезные травмы. Наезды на пешеходов в этот период года – самый распространенный вид дорожно-транспортных происшествий. Чаще всего такие аварии происходят в темное время суток. Водители попросту не замечают пеших участников движения. Очередной ДТП зарегистрировали госавтоинспекторы 23 октября в 18 часов 30 минут. Водитель «Мерседес», двигаясь по парковке торгового центра XL, совершил наезд на женщину-пешехода, которая шла по территории парковки. В результате у женщины диагностировали закрытый перелом стопы. Еще один наезд на пешехода произошел 29 октября. В 11 часов 30 минут водитель 1983 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2115 и двигаясь по Пироговскому шоссе со стороны поселка Пирогов в сторону Мытищ, напротив дома 5 жилищного комплекса «Афродита», совершил наезд на девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадала 13-летняя девочка. Она получила различные ушибы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой на амбулаторное лечение. Сотрудники Мытищинского отдела ГИБДД в очередной раз обращаются к водителям и пешеходам с просьбой быть внимательнее на дорогах.